35-летний первоуральец обманул нескольких пенсионерок и предстанет перед судом. По версии следствия, бригадир одного из городских предприятий выполняла роль курьера в схеме мошенников. Злоумышленники пользовались доверием пенсионерок и действовали проверенным методом. Звонили и рассказывали, что их родственник попал в ДТП. Таким образом, мошенники смогли обмануть трех пожилых женщин на общую сумму 350 тысяч рублей. Все пострадавшие – жительницы Краснотуринска. Первоуралец забирал у них деньги, а потом переводил их организаторам, оставляя себе около 3% в качестве вознаграждения за хорошо выполненную работу. Сотрудники полиции отмечают, что мошенники изобретают все новые способы отъема средств у населения и призывают горожан быть бдительными.